pomaže Bog. Nastavljamo našu priču o Simonovom Uspenskom manastiru. Danas ćete imati priliku da vidite još dosta zanimljivih činjenica o samom manastiru, a takođe ćemo vam prikazati liturgiju koja se služi u ovom manastiru na jeziku znakova za gluvoneme. На сегодняшний день, то есть какие еще есть, скажем, миссионерские направления у вас? Знаем, что здесь есть община глухих, вот, и как это все проходит здесь, если можно рассказать об этом? Да, я уже говорил о том, что Симонов монастырь был взорван в 1930 году, и от него осталась 1/4 часть. Так вот, единственным сохранившимся храмом остался храм, в котором мы сейчас с вами находимся, храм в честь Тихвинской иконы Божией Матери. Стоит отметить, что это первый трапезный храм на Руси. Сейчас мы видим такие трапезные храмы в Лавре, в Высокопетровском монастыре, в Новодевичьем монастыре, в других, может быть, обителях, но первый трапезный храм был отстроен именно здесь. Трапезный храм, ну, из его наименования ясно, что это тот храм, где монахи трапезничали, принимали пищу. Непосредственно алтарь и сам храм находился за аркой. Это же часть, где мы проводим видеосъемку. Здесь находился огромный стол, где множество монахов Симонова монастыря принимали пищу. У нас в России в начале 90-х годов несколько священнослужителей приняли решение проводить богослужение для глухих на их жестовом языке. Ведь богослужение может происходить на разных языках: на сербском, грузинском, церковнославянском, английском. И здесь не было никаких сомнений в том, что православное богослужение может осуществляться на жестовом языке, на том языке, на которых говорят глухие и слабослышащие люди. У нас в России проживает около 1 000 000 россиян с нарушением слуха. Это большая цифра, и это огромная паства, для которой тоже нужно проповедовать Евангелие, тоже нужно проповедовать Слово Божье. И одним из условий для проведения богослужения на жестовом языке требовался храм с большими окнами, с открытым пространством. И вот этот храм оказался именно храмом Тихвинским, бывшего Симонова монастыря. И те батюшки, священнослужители, и спросили благословения у святейшего патриарха Алексея II, чтобы святейший патриарх благословил здесь находиться общине глухих и слабослышащих. Первое богослужение на жестовом языке здесь прошло в 1995 году. И с этого времени неукоснительно уже 26 лет буквально каждое богослужение совершается на жестовом языке под пение хора. Хочется также отметить, что специально для нашего храма, для общины глухих и слабослышащих, был рукоположен ставленник без слуха. Сейчас это глухой священник Ирей Валентин Терехов. Наверное, это единственный в православном мире священник с отсутствием слуха, который так же, как и настоятель, окормляет общину глухих. Помимо этого, мы проводим следующую политику прихода, и заключается она в том, чтобы приход действительно был инклюзивный. Инклюзия – это новомодное слово, которое говорит об объединении разных групп граждан. И мы пытаемся объединить два мира – мир слышащих людей и мир неслышащих под сводами этого храма. И думается нам, что получается это сделать, потому что Христос и вера во Христа, она объединяет людей. И это очень такой хороший, положительный миссионерский шаг. И вот буквально на днях праздновался Всемирный день жестового языка. И вот слышащие люди через богослужение в нашем храме тоже начинают узнавать жестовый язык. Некоторые учат этот язык для общения с глухими.
Наш храм предоставляет рабочие места для глухих людей, трудники в трапезной, уборщицы в храме. Это все являются у нас люди, не имущие слуха, глухие люди. И также здесь у нас окормляется молодежь, которая любит слушать панк-музыку и рок-музыку. Они тоже с большой теплотою отзываются на наши просьбы оказать помощь храму физическим трудом. Здесь тоже они приходят на богослужения, на службы. Но вот знаете, как писал апостол Павел, что во Христе нет ни иудея, ни эллина, но и всяческое, и Христос во всех пребывает. Также вот и здесь у нас под именем Христовым мы пытаемся объединить совершенно разных людей и любителей истории, которые просто восхищаются архитектурным ансамблем, сохранившимся Симонова монастыря, и простых верующих людей, и молодежь, и в том числе нашу общину глухих и слабослышащих. Вот. И хочется отметить, что примерно половина прихожан у нас здесь с нарушением слуха, другая половина прихожан – это обычные верующие люди. Как священнику, на долю которого выпало окормление общины глухих и слабослышащих, хочется, чтобы и в Болгарии, и в Сербии, и в Грузии, и во всех православных странах происходило полноценное духовное окормление глухих и слабослышащих людей. Мы готовы в нашей паломнической, в гостинице принимать священников, которые желают обучиться жестовому языку, которые желают перенять опыт наш. И действительно уже есть такое, что батюшки из других регионов, из России приезжают к нам в храм на практику для того, чтобы в будущем у себя, в других городах, в своих храмах проводить богослужения для глухих людей. Это очень важно. Апостол Павел говорит о том, что для Слова Божия нет уз. И вот эти узы преодолеваются тем, что также в нашей Русской Православной Церкви богослужение проходит на жестовом языке, причем в такой древней обители, в Симоновом монастыре. И особо удивительно, что вот в эти тяжелые 90-е годы для России в экономическом плане именно эти люди с отсутствием слуха восстанавливали этот монастырь и много сделали своими руками. Церковь – это жизнь, поэтому мы тут пытаемся жить и отвечаем на отчаяние и требования людей. Как Христос говорит в Евангелии: «Приходящего ко мне не изгоню вон». Так же и мы. Всех тех, кто нуждается в помощи, мы всех здесь приветствуем и пытаемся оказать им помощь, как духовного порядка, так и интеллектуального. Мы с вами находимся в здании воскресной школы. Сама школа располагается в казначейских палатах 17 века. Школа наша инклюзивная, молодая, открыта недавно. В 2019 году по благословению архиепископа Пантелеймона в день празднования Дня глухих было открытие нашей школы. Здесь учатся одновременно глухие дети и дети слышащие. Вот мы с вами как раз находимся в небольшом кабинете, но очень уютном, теплом и светлом. Здесь занимаются дети с нарушением слуха. Группа небольшая. Одновременно религиозные дисциплины, слышащие и дети с нарушением слуха, мы не преподаем в связи с вот разницей в здоровье. Детям слабослышащим и глухим одновременно воспринимать материал со слышащими трудно. Поэтому на вероучительные дисциплины мы группы разделяем. Но творчество, праздники, экскурсии мы проводим совместно, глухие и слышащие дети. Слава Богу, дети дружат. Вы знаете, даже слышащим детям может быть больше и полезнее для возрастания в своем сердце чувства милосердия, добра
когда они общаются с детьми, вот не совсем такими, как они сами. И дети учатся быть добрее, внимательнее. У нас есть определенные правила, как мы можем общаться с глухими детьми, и дети стараются их выполнять. Вот это очень, нам очень приятно, что вот наши дети слышащие с нашими же детьми неслышащими дружат, очень активно занимаются совместными дисциплинами. Ну вот, как вы видите, в этом кабинете творчество рук глухих детей, прекрасные поделки. Здесь, вы видите, дети заслуживают награды за свои работы, грамоты, дипломы. Дети принимают участие в фестивалях глухие. Инклюзивный хор, принимаем участие в фестивалях различных. Так что у нас есть чем вот похвалиться трудами наших детей неслышащих. Обучение у нас не как в светской школе, вот там конкретные уроки, домашние задания. Все-таки в виде диалога, в виде беседы. Учитель рассказывает детям о Боге, о жизни, читают Евангелие, учатся дети читать на клиросе, учатся дети петь на клиросе. Это вот старшеклассники, у них такая отчасти миссионерская деятельность уже работает. Вот смотрите, какие прекрасные куклы дети сооружают. Ложки расписные. Это все детскими руками сделано. Вот также это роспись таких вот нарядных бутылочек. Здесь у нас заготовки для следующей работы, ближе к зиме, у нас будут большие снеговики, которые располагаться будут на этих пенечках. И потом все наши поделки, все работы мы выкладываем в храме, в притворе, устраиваем большие ярмарки, которые вызывают большой очень интерес у прихожан. И у детей, которые приходят в храм, интересуются им, приходят к нам в школу, слава Богу. Несмотря на то, что наша школа очень молодая, в 2019 году мы в сентябре открылись, а уже в декабре 2019 года мы получили свидетельство, то есть мы прошли аттестацию, и мы получили статус воскресной школы вот за номером 401. Это очень важно для нас. Вот, можно нам рассказать, как так получилось, что ты принялся сам, и вообще свою короткую биографию и немного о жизни прихода глухих здесь в этом храме. Приветствую вас в нашем храме. Сегодня? Сейчас? Хорошо. Хочу рассказать о моем главном пути. Сам священника. Когда первый раз я пришел в храм, мало что знал. Но увидел, что в храме очень радостно, духовно радостно. Но была трудность и проблема. Но были трудности и проблемы в том, что я 18 лет потерял слух, когда служил в армии. 18 лет рос обычным слышащим человеком. А в армии получил тяжелое заболевание и потерял слух, оглох. После увольнения из армии я искал свой путь в жизни. Были проблемы с работой, с общением, с людьми. Потеря слуха – это тяжелая инвалидность, потому что социальное общение затруднено. И вот была помощь мне в том, что я попел на завод, где работали глухие люди. Фактически была первая встреча с глухим миром. С глухими людьми. Да, там на заводе 10 лет отработал на этом заводе. Получил основу жестового языка в живом общении с глухими людьми, с миром глухих. Это было удивительно, потому что мир глухих
глухих особый. Но люди не понимают глухих людей, потому что потеря слуха просто. Я слышащий, потерял слух, остался таким же человеком. Живу так же, как и раньше. Нет, это все по-другому. Нужно учиться по-другому жить. Многие глухие учили меня жизни, жестам, общению с глухими, с психологией глухих. В то же время я обрел веру с помощью моей мамы, которая меня привела в храм. Дала практические уроки веры. И вот я начал приходить в храм каждое воскресенье, участвовать в службе. Но это был храм, где все были слышащие. Было трудно стоять, смотреть на службу, только глазами воспринимать службу. Ничего не слышно, ничего не понятно. Общение возможно только письменное. Это очень трудно. Первые года, 2-3 года, было очень трудно в храме. Стоять, ничего не понимать, но стараться молиться всю службу. Священник меня крестил, не протоиерей Валентин Ралдугин. Он мной был. Первый духовный отец, он принимал мою исповедь, я причащался у него. Но однажды случилось, что глухие мне рассказали о храме, в котором есть священник, знающий жестовый язык. Вместе с друзьями, с верующими друзьями и верующими глухими, я пришел сюда, в этот храм. И сейчас здесь и нахожусь. Когда я пришел, храм только начал восстанавливаться. Было холодно. Было очень холодно. Электричества не было. Электричества не было. Много. Но вот здесь храм было много разрушено. Но этот храм был первым восстановлен. Было тепло, была служба вместе с жестами. Это было очень удивительно. Очень удивительно. После многих-многих лет непонимания службы, прийти в храм и увидеть ясно, что служба продолжает голосом и жестами, как будто уши открылись. Я понял, что служба происходит, что говорит священник, что читает. После этого уйти отсюда было невозможно. Первый храм очень мне нравился, священник. Очень были это хорошие. Это было болгарское подворье русской православной. Придя сюда, уйти отсюда было невозможно. По будто слух открылся. Глаза увидели службу. И увидел много глухих, и священники вместе служат, вместе молятся голосом и жестом. Я начал приходить в храм. Здесь духовно окормляться приятеля храма отца Горячего. И работал на заводе вместе с глухими. Здесь предложили поступить обучать в духовный институт. После работы я шел, учился в институте. Пяти лет. Это было трудно. Днем работать нужно. После работы нужно еще до ночи учиться в институте, в богословском институте. Слава Богу. Бог помог, укрепил. Пять лет прошло. Закончил институт. После этого... Открылась новая дорога. Новая возможность. С 2000 года я уже помогал в алтаре. Был алтарником еще. Я был чтецом, переводчиком. Читал часы и переводил. Во время службы говорил и показывал жесты. Все, что поет хор. И чтец. Это была подготовка к будущему священническому сану. В 2004 году по благословению Алексея II
по ходатайству моего отца Андрея был рукоположен в диаконский сан. И один год я служил здесь вместе с отцом Андреем. После этого, в 2005 году, был положен в сан священника. До сегодняшнего дня, 2021 года, служил священник здесь, в храме для глухих. У нас приходят не только глухие, слепо глухие, ходят глухие люди. А сейчас ходят много новых людей, сейчас с радостью вижу новые лица, глухих и слышащих. И служба проходит с пением и с жестами, и глухим тоже участвуют в службе, видят, понимают на жест все, что говорится на службе. Это большая радость у меня от этого. Глухие имеют возможность на своем родном жестовом языке участвовать в службе и понимать все, что говорит священник. Поет хор. Я сейчас веду воскресную школу для взрослых людей. Объясняю основы веры. Объясняю правила духовной жизни. Духовно окормляю глухих. U prethodne dve epizode imali smo priliku da se upoznamo sa izuzetno interesantnom, a ujedno i tragičnom istorijom Simonovog Uspenskog manastira. Vidimo se u sledećoj epizodi. Ostanite uz nas.